Несладкой выдалась неделя у областных коммунистов. Они определяли кандидатов в губернатора от партии для участия в сентябрьских выборах и перессорились не на шутку. Проигравшие рвали партийные билеты и в воздух шарфики бросали. Вот смотрите. Кидайте, вставайте. Снимайте шарфы, кидайте. Сами того не желая, коммунисты исполнили роль чирлидеров этих выборов, разогрели публику и привлекли внимание к кампании, которая обещала быть спокойной. Но немного о сути скандала. На партийной конференции тайным голосованием областные коммунисты выбрали своим кандидатом в губернаторы писателя из Кировского района Олега Казака. Автора детских считалок, дразнилок и мерилок. С перевесом в один голос он победил присланного центральным аппаратом партии депутата Госдумы Николая Кузьмина. Доказательства явно незапланированной победы даже сняли на камеру мобильного телефона. Козырь Олег Николаевич за 25, против 24. Удержались нет. Кузьмин Николай Алексеевич 24 за, против 25. Удержались нет. Уже после этого партия неожиданно объявила второй тур, в котором победу одержал Николай Кузьмин. Думский депутат в итоге и пойдет на выборы, но сторонники Казака, это Кировское районное отделение партии, почти в полном составе, 375 человек, расстались с партийными билетами. Понимаете, что я сейчас сделал? С моими ребятами. Я потерял идеалы. Это равно потере смысла жизни. Со своими кандидатами тем временем определились остальные партии. Уже без сюрпризов из непарламентских об участии заявили три. Гражданская платформа выбрала своим кандидатом Александра Габитова. Он уже успел поработать вторым лицом региона, правда, соседней Новгородской области. РПР «Парнас» отправила на выборы бывшего петербургского депутата и ведущего 600 секунд Сергея Гуляева. От партии «Родина» пойдет Михаил Пантюхов. Парламентские партии от «Единой России» на выборы отправится действующий глава региона Александр Дрозденко уже на этой неделе. Он подаст заявление в избирком, пообещал ради этого на один день возьмет отпуск и пересядет на личный автомобиль. От коммунистов, как уже сказано, Николай Кузьмин, от ЛДПР в губернаторы будет баллотироваться бывший сотрудник уголовного розыска Андрей Лебедев, координатор регионального отделения партии. От «Справедливой России» филолог Александр Перминов, руководитель фракции в областном ЗАГСе.